стены, 12:30 на ноготочки и бровки, а то они уже становятся ногтями и бровями. Саша паразит раскидал свои кроссовки, из-за тебя мне приходится краснеть перед гостями. Проходите, чувствуйте себя как дома. Вот зараза, опять Барсик нагадил посреди коридора. Обойдете чай, кофе, у нас же салон. Что-то не похоже на салон. Да нет, это он. Я ничего не говорила. Ну и что, я заранее интерес проявила. Кстати, поздравляю, вы мой сотый клиент. Вау, ура! Это просто инфа, никаких скидок нет. Я ускорюсь, вы не против? Сразу брови и ногти. Ну так вы сотая за сегодня, а сейчас только полдень, Новый год, самый час. Фу, не брови, а лохмотья. Что, простите? Говорю, фу, не брови, а лохмотья. А вы чё, ногти грызете? Нет. Блин, у кого ж спросить? Дурная привычка, я ногти грызу лет с 10. До свидания. Ну иди, если чё, приходи. Блин, Новый год, некуда ж больше идти. Ой, вы вернулись. А вы удивлены? Нисколько, с часу новогодний тариф, все дороже. Насколько? Намного. Ладно, делайте осторожно только. Спокойно, у меня полно бинтов и зеленки.